Сегодня у православных начался Великий пост, самый долгий и строгий из всех постов. Верующим предписано отказаться от мясных и молочных продуктов, а также от рыбы. Однако в Русской Православной Церкви подчеркивают, пост не диета. Главное – очищение души. Обычно говорят, когда рассуждают о Великом посте, о тех продуктах, которые можно есть, которые нельзя есть. Но ведь самое главное, самое важное – это не столько внешний пост, сколько внутренний пост. И время поста – это время, когда человек наблюдает за собой внутри, наблюдает за своими мыслями, за своими движениями сердечными, наблюдает за своими словами. И это очень важно – уметь хранить внутренний мир, уметь не гневаться, не раздражаться, уметь не развлекаться умом, а сосредотачиваться на важном, на главном. Поэтому в Великом посту так важно, например, чтобы человек приходил на службы, чтобы он побольше читал духовную литературу. Согласно церковной традиции, Великий пост установлен в память об испытаниях Иисуса Христа, который, прежде чем пойти проповедовать, 40 дней голодал в пустыне. Верующие, конечно, совсем не голодают, однако выдержать пост – дело нелегкое. Не случайно он называется Великим. Однако те, кто соблюдает его каждый год, уверяют – трудно только в первый раз. Когда начинала я это много лет назад, может быть, 20 лет назад, вот первые мои шаги, было очень, конечно, трудно. Там один день не постишься, уже тяжеловато, голова болит, все. Ну, а с каждым годом, с Божьей помощью, во-первых, в храм уже стали ходить постоянно. И именно вот с Божьей помощью преодолеваем. Напомним, что Великий пост продлится до 27 апреля, а 28 апреля все православные встретят самый светлый праздник – Пасху.